Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли сегодня на эту пресс-конференцию. События проведения фестиваля действительно знаменательное для Крыма, знаковое. Вот, сказали уже, что 17-й раз проводится фестиваль с 2001 года. В этом смысле я, как почетный президент, достаточно молодой, с прошлого года выполняю эти функции, но могу вам сказать, что та команда организаторов, которая взяла на себя функции проведения этого знакового, масштабнейшего международного события, она, конечно, справляется со своими обязанностями от и до. Хочу сказать, что в этом году фестиваль проходит, знаете, в такой дружеской, комфортной атмосфере. Да, несмотря на такую жару, мы приняли очень много гостей, порядка 350, да, со всего мира. Это действительно очень достойно. На самом деле можно по пальцам пересчитать такие события, которые проходят в Крыму в период курортного сезона, которые бы собирали все больше и большее количество гостей, друзей, посетителей, тем, кому это интересно. Ну, в первую очередь, конечно же, это фестиваль «Генуэзский шлем», да, это там мероприятие более спортивной направленности, «Экстрим Крым», «Гонка героев». Но «Генуэзский шлем» – это наша уже новая крымская история, да, фактически. То, что сегодня мы так глубину копнули и показываем всем, что такое Крым, вот, то 17 лет проведения фестиваля – это действительно очень о многом говорит. Поэтому желаю успехов всей команде фестиваля. Спасибо, хочу сказать, всем тем, кто причастен в организации фестиваля, Министерству курортов и туризма, Министерству культуры, администрации Судака, Болтунову. Хочу сказать огромное спасибо, потому что ну, действительно такую огромную работу проводят для популяризации нашего Крыма. Люди специально приезжают сюда, в Судак, посмотреть, что это за город. Многие традиционно приезжают сюда. Знаете, я очень сильно полюбил этот город. Ну, я-то коренным крымчанином являюсь, но те, кто приезжает издалека, я уверен, что вот влюбляются в этот город с первого взгляда. Поэтому в добрый путь, успехов всем, спасибо всем гостям, кто приехал, спасибо вам. Ну и, конечно же, хотелось, чтобы об этом фестивале знали многие жители не только России, а других стран. Вот за это время проведения фестиваля 1 000 000 человек посетило. Да? Но я считаю, что это не предел, нужно умножить на 2, на 3, на 10. Поэтому успеха, всем спасибо. Понятно, что сегодня вице-премьером является, но долгие годы руководил администрацией Судака и мэром Судака являлся. Поэтому вот ему я тоже хочу сказать слова благодарности. Уверен, организаторы непосредственно меня поддержат за вот его вклад вот, в копилку развития непосредственно фестиваля «Генуэзский шлем». Спасибо. И теплые слова, адресованные в первую очередь вам. Что вы знаете, что не так давно, как в прошлом году, у нас были определенные здесь трудности. Но тем не менее, фестиваль жив. Мы никогда не будем переписывать историю. Благодаря Министерству культуры и благодаря Андрею Козленко фестиваль сегодня проходит. Что хочу сказать по поводу самого фестиваля. В прошлом году, как сказал Владислав, мы были представлены на национальной премии и сразу же сходу заняли первое место. Мы стали победителями в номинации «Лучшее событийное мероприятие туристической направленности». Нам было, конечно, приятно, что Крым стал победителем.